Всем привет! Рад снова вас видеть на моем канале. Сегодня 10-й уже стрим по Far Cry. Надеюсь, сегодня игра тормозить не будет. Я выяснил причину. Ну, причина была банальная в том, что обновилась игра, и старые настройки стали насиловать мою видеокарту. Поэтому такие тупники были. Я изменил настройки, теперь, надеюсь, тормозов не будет. Продолжаем. Ух, сейчас меня будут сбивать. Внимание! Кто бы вы ни были, в этой зоне полета запрещены. Развернитесь немедленно, или по вам откроют огонь. Что? Сбили? Ну, собственно... А чего я хотел? Я супер. Ну вот так. Ты его помнишь по другому фильму? Да он вообще старый мужик уже, ему, наверное, лет 70. Он снимался, в каких только фильмах не снимался. Просто в «Мачете» он, так сказать, стал мемным актером. До этого он был таким трешовым актером, но популярным. А после «Мачете» он стал мемным трешовым актером. Все электричество в округе поступает с электростанции неподалеку. Конечно же, военные решили ее захватить. Пока они там, никому житья не будет. Если отправишься туда, береги себя, Грег. Видишь, тут какая беда с этим, с Дэнни Трехо. Он находится в такой зоне карты, в которой я еще не был. И поэтому вот тут приходится мучиться и страдать. Это что-то у меня телеграм начал гадить. Я думал, я его выключил. Ну, вот как-то так. Образ наркодилера, ну, у него разные образы есть. Есть наркодилер, есть не наркодилер. Вперед. Я тебе наслышан. Для начала условимся. Зовут нас похоже. Так что ты будешь Рохас, а я Трехо. Я здесь, потому что все хорошее в моей жизни происходило от того, что я помогал другим. Я хотел накормить голодных своими тако, но тут явились военные с обыском. Разбросали все мои вещи. Ну, я и пырнул одного в шею. 9 раз. Другого 4,5. И еще одного. Нужно вернуть ингредиенты, пока эти придурки не вернулись. Сам я не могу. Дела на кухне. Если найдешь ананасы, мясо и сальсу, я приготовлю тако. А потом мы им отомстим. Ну, окей. Спасибо тебе, дружище. Помни, ананасы, мясо и сальса. Убийственное сочетание. Сюда, дружище. Спасибо за помощь с ингредиентами. Я никогда не забываю тех, кто мне помог. Да не за что. Больше ничего не надо. Нет. Осталось приготовить тако, накормить голодных и записать свой новый рецепт. Если что, я тут. Пускаю слюни. Пора готовить. Сегодня день тако. А что, есть такой праздник? Когда попробуешь мои тако, будешь отмечать его каждый день. Люблю. А, по поводу отключать. Я пробовал отключать, но это не помогает. Я просто уже на эти предупреждения на трубе забил. Продовольствие, импорт, экспорт и оружие. Опять этот кретин. Один раз попробовал мои так и не отстает.
Мои солдаты прикроют твой нелегальный бизнес. Да, Рики Мартин. Иглесиас это другой был. Не могу прерваться. Все внимание здесь. Отвлеки их, пока я готовлю. Ну еще бы. Время еще есть. Пожалуй, устрою-ка свой сюрприз этим Комомьердос. Супрема, да, давай. Сука. Патронов нигде нет. Я министр продовольствия, импорта, экспорта, торговли и оружия. Вам не выбраться отсюда живыми. Я из вас рваную свинину сделаю. Супрема, давай. Вот так. Малитако! Ну и придурок же он. Рохас, спасибо за помощь. Мы с тобой отличная команда. А теперь нужно отвезти людям тако. А покушать? Рохас, поговорим? Рохас, спасибо за помощь. Возьми ключи от моего байка. Он в гараже. Ты отдаешь мне свой байк? Секретный Крабсбургер. Тебе спасибо, Рохас. Пожелал... Трех-атака. Но я верю не в нее, а в карму. За добро – добро в ответ. За зло – зло в ответ. Сегодня мы сделали много добра. Твой номер у меня есть. Буду на связи. Короче, я понял, где находятся компьютеры, но сегодня прямо вот что-то не идет. Закончу эту миссию на следующей неделе. Подписывайтесь на мой канал, прожимайте колокольчик, комментируйте, оставляйте лайки. Всем пока, до следующей недели.